238-80-01 – це номер нашого телефону. Дзвоніть. Сьогодні в нас відома на весь світ особистість в гостях – Сурія Боналі. П'ятиразова чемпіонка Європи з фігурного катання, яка до Києва приїхала у складі команди професіоналів, які представлятимуть в Україні льодове шоу чемпіонів. Доброе утро вам. Привет. Добрий ранок. Це Олександра, яка буде допомагати нам спілкуватися разом з нашою гостею і буде перекладати. Ну, хотілося б узнати, как вы себя чувствуете с утра? Не тяжело ли так рано подниматься? И часто ли приходится так рано подниматься? What's your feeling about getting up so early? Is it your regular regime? What time do you usually get up? Well, depends. I usually wake early because I have lots of things to do. But this time I just arrived from the airport, so I come from America, so my timing is kind of anyway different. Обычно я встаю рано по утрам, поэтому немного это отличается от моего обычного расписания. Но вчера я прилетела, перелет был длительный из Америки, поэтому немножко у меня часовые пояса сбиты. Да. А часто доводится вот так летать в разные точки Земли и из-за этого переживать какие-то дискомфорт по отношению к тому, что разное время, разный климат и так дальше? И долго ли проходит адаптация? Is it common for you to fly from one place on Earth to another? Yeah. And how long it usually takes you to adapt to the place? Sometimes I don't have no time to adapt, I just have to, I have no choice. But the thing is true that not since being professional, this is a life now you have to accept and be able to travel and just jump on your skates and that's it. Выбор на самом деле невелик, так как переезжать действительно приходится очень часто, с места на место, с одного соревнования на другое. Приходится быстро адаптироваться к меняющимся условиям, брать коньки в руки и становиться на лед. Успели уже посмотреть Киев и есть ли какое-то уже первое впечатление от нашей страны? Did you have a chance to see the Kyiv and do you have some first impression of Ukraine? No, actually, it's my first time. Actually, in Russian. Там первый раз. Я подумал здесь. Будете даже немножко по-русски разговаривать? Нет, чуть-чуть. Я думаю, это очень красивый город. Но вы еще не успели посмотреть, да, его? Have you chance to see it? No, because I just arrived last night, so it's a little bit too late. Вчера вечером мы прилетели, поэтому немножко я думаю, рано говорить. Есть у нас вопрос от телезрителей. Алло. Да. Добрый ранок. Добрий ранок. Будь ласка, слухаємо вас. Мене звати Ірина, я хотіла поставити запитання. Як ви добилися такого успіху і як ви стали чемпіонкою п'ятиразовою, за який період і чого це вам коштувало? Well, for me, I think it was just to be able to do my best no matter what. When I was small, I never thought that I would be a big champion. Just do my best. Could be at school or could be any sport, gymnastics too. And I guess was lucky because my mom was a skating teacher, so I've been good no matter what because she has always teaching me all my life. Когда я была маленькой девочкой, я пыталась ставить перед собой цели, добиваться всех наилучших результатов, будь это учеба, будь это школа, сразу спорт. Завышенная планка была. Да, завышенная планка. И благодаря моей маме, которая тренер, которая учитель, она помогла мне очень много. А когда впервые стала наша гостья на коньки, и какое было чувство? Помнит ли она это чувство? What was your age when you first came on skating rink? What was your first feeling? First time? I don't remember, because long time ago, but first time I was a year and a half. Первый раз мне было полтора годика всего. Since I'm already here. Я плохо помню этот раз, когда я вышла первый раз на лед, но так как вы видите, мне сейчас здесь. Because my mom was teaching, so I was there, it was my kindergarten. Моя мама, как я уже говорила, была моим тренером, поэтому с детского садика, с самых юных лет. То есть сколько себя помню, так и на коньках. As long as you remember yourself, right? Yeah, exactly. But it's fun. I do remember I started skating with two blades, so because we couldn't find a pair of shoes for my size. Начинала вообще кататься на коньках немножко другого размера, потому что моего размера не было такого маленького. Є в нас зараз можливість подивитися шматочок відеоматеріалу, а як же наша гостя почуває себе на ковзанах на льоду. Thank you.
чемпіонів. Велике свято, яке подорожує з країни в країну. Завтра виступ в Україні на батьківщині Віктора Петренко. Чи говориться про те, що шоу мандрує тими країнами, де проживають і живуть учасники цього шоу? So, talking about the champion show, you're traveling from one country to another. Now, tomorrow we'll have it in Ukraine, which is the motherland of Viktor Petrenko. Does it mean that you bring in the show to the countries where the skaters live? Mm-hmm. You tend to bring it to the countries? I wish later on we will have more shows, because I think it's nice to be able to skate in new country. And especially this, I know that Petrenko came from here, and it's right. Unfortunately never happened that he had big performance here. So I'm glad that's funny we kind of open it. Я бы очень хотела, чтобы шоу действительно представляли в как можно большем количестве стран. Я знаю, что Украина – это родина Виктора Петренко. Мне приятно, что шоу такого уровня приехало наконец-то в Украину. Мы надеемся, что это будет не последнее наше выступление здесь. Чи болючий перехід з любительського фігурного катання в професійний, і чи є різниця між тими? How did it affect you when you came from amateur to professional even skating? So was it some difference? Well, not really, because no matter what, when I was amateur, I used to skate a lot, do a lot of shows on the side, mm-hmm. inside of competition. And now, since I'm professional, I do 120% like shows. I try to go. I never say no. I go everywhere in the world, from Japan to Russia, and like day after tomorrow, I will be in Vienna and France. So I try to do a lot of shows. I like it. It's exciting. Изменилось на самом деле не намного, потому как, будучи в любительском спорте, я участвовала в множестве выступлений, и будучи в профессиональном спорте, мне приходится просто больше ездить, переезжать из одной точки мира в другую. К примеру, вот мы недавно выступили в Японии, и после выступления в Украине мы отправляемся в Австрию, будет шоу в Вене. Безперервні подорожі, безперервні. Чи планує наша гостя стати тренером? Yeah, actually, in fact, I've been teaching since 2 years now. I started teaching and I like it, and especially this year because I hurt myself in the springtime. So I've been teaching like almost 100% since, and I like it. It's fun, exciting. It's tiring, but it's very exciting. На самом деле есть уже такой опыт. В течение последних 2 лет я практиковала тренерство, и в марте этого года у меня была травма, поэтому я практически 100% своего времени посвящала занятиям с учениками. Это, конечно, тяжело, не очень просто, но очень волнующе и приятно. Мы желаем хорошего выступления в Киеве. We wish you the best show in Kiev. Спасибо. И ваше пожелание всем нашим внутренним зрителям. Tell everybody to come. I'm sorry, they're my fan. Хочу просто всем пожелать, чтобы вы пришли на наше шоу, посмотрели на нас вживую. Спасибо вам большое. Спасибо. Сурия Боналі была у нас в гостях. Спасибо. Удачи вам.